Порядок должен быть во всем, и особенно в мелочах. Промышленный район выглядит аккуратно, подвел итог глава Самары после объезда. Но есть и недочеты. Кое-где встречаются незаконные стоянки, нескошенная трава, неопрятные заборы, дорожные знаки и столбы. Есть территории, за которые отвечает область, есть территории, за которые отвечают городские предприятия. Но это не значит, что глава района, значит, должен ждать, когда тот или иной руководитель предпримет необходимые меры. Необходимо созывать руководителей, делать объезды и показывать на те недостатки, которые как бы еще остались. В районе продолжается ремонт дорог. Уже привели в порядок теннисную, юбилейную, физкультурную, ставропольскую и мирную. Работы идут по графику. До конца следующих, там, допустим, двух недель окончательно закроем весь полностью район по этим объемам работ, которые заложены городом. Поэтому, значит, сразу произошло большое, значит, так сказать, уменьшение по данному вопросу жалоб от жителей. По всему району также необходимо провести обрезку деревьев и запланировать еще более масштабное озеленение на следующий год. Все замечания, которые высказывает глава района, стараемся выполнять в кратчайшие сроки, так как район хоть и не центральный, но самый густонаселенный и расположен на гостевом маршруте в том числе. На особом контроле торговые точки и рекламные конструкции. За два года в промышленном районе вывезли больше 90 нелегальных ларьков и 36 щитов. Особое внимание глава Самары поручил уделить внешнему виду улиц. Перед чемпионатом привести к единообразию фасады и магазины на первых этажах жилых зданий. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.